как могут выглядеть полицейские машины, если не воровать деньги из бюджета. Как я и говорил, на каждой, ну, почти на каждой полицейской машине в Нью-Йорке водительские двери бронированные, и они могут спокойно отстреливаться от всяких хулиганов, прячась за этими дверьми. Прежде чем снять это видео, я подошел к полицейским, которые тусуются в Старбаксе, ну, они там покупают кофе, и спросил у них, могу ли я снять их машину. Ну, это даже для проформы, я не то, что прям боялся их снимать. Они сказали, да, конечно, без проблем снимай, но внутри, типа, машины не снимай, а снаружи можешь снимать сколько угодно. Ребята, вот когда у нас прекратят воровать деньги, и наши полицейские будут ездить вот на таких вот тачках, а не на том говне, на котором они ездят сейчас. Вот так.